Сидит, короче, монашка. Она управляла отцом. То есть 59-го года. Значит, ей 18 лет стукнуло, да? Но там положено сколько? 23 года? Или 16? Вот. 59 лет. И получается, в 1959 году родился Андрей. И вот она им управляла, его утопила, потом стала управлять. После этого пересадили от Андрея, получается, к нему. Правильно? Не сходится. Там кто-то был, еще один человек, который умер в тот момент, когда мне мое зачатие шло. Понимаешь? И теперь она одним человеком управляла, убила, теперь другим человеком управляет. И она пытается вот из двух этих судеб создать, короче, один вариант. Потому что она-то все это сама сотворила и все сама знает. Понятно. Но Конгресс это С, Боронович. Арлингтон, Пентагон, Т. И У это CIA, правильно? Ага. Она же United.